бойцов начальствующего состава 1-й отдельной особой краснознаменной кавалерийской бригады полководцу Красной Конницы, лучшему закаленному большевику Семену Михайловичу Будённому, горячий боевой красноармейский кавалерийский привет! Лет. Небольшой отрезок времени, но он все-таки полжизни, как говорят, человек. Выразить то чувство, которое я переживаю сейчас перед вами, за то внимание, которое проявила страна по отношению ко мне, партия, правительство и ряд тех приветствий, которые я получил буквально со всех концов нашего союза, трудно выразить. И эта трудность заключается главным образом в том, что как будто бы кажется не так уж много сделано мной. Само собой понятно, что один я как персона, но ничего бы не мог сделать нашей партии, нашему правительству, товарищу Сталину и нашему вождю рабоче-крестьянской Красной Армии, товарищу Ворошилову, о том, что эти 50 лет, которые прожиты мной, они только дали мне тот богатый опыт и практику, который сулит очень большие неприятности для наших классовых врагов. Тысяч лошадиных сил скованы бетоном, железом и большевистской волей. Днепр течет по проводам, Днепр работает на социализм. Сегодня Днепрогэс дала уже стране 200 миллионов киловатт энергии. В турбинном зале занял свое место первый советский генератор завода «Электросила» мощностью 62 тысячи киловатт. Сегодня монтируется второй советский генератор, восьмой по счету на Днепрогэсе. Днепровский шлюз меняет лицо Днепра. Закончены последние приготовления. 1 мая шлюз открыт. Воды Днепра затопили эти камеры. Над днепровскими порогами прошли первые пароходы. Великий путь из варяг в реки открыт. Замерзающий никогда. Миллионы тонн леса, кож, сырья, драгоценной рыбы – вот сегодняшние масштабы бывшего рыбачьего поселка. Торопливо отстраивается новый город. На смену примитивным полярным экипажем пришли первенцы советского автостроения. Город торопится, он не должен отстать от мощного порта, а у порта все новые и новые задачи.
сегодня на повестке дня по призыву Ленинградского облосткома партии на Путину двинулись лучшие ударники ловецких колхозов. Заливы Титовского озера закрыты специальными запорными неводами. Начался облом. Трудящимся союза 300 тысяч центнеров сельди. Они доказали, что Мурманск может быть крупнейшим сельдяным промыслом союза.